Всем привет, с вами Бел, и сейчас я буду делать вот такой дробовик. Спас-12, или Шпас-12, или Спаш-12, или просто дробовик. Называйте его как хотите, ну а мы будем сейчас его делать из лего. Так, начнем с основания. Берем вот такую хрень, чтобы посадить на нее вот эту хрень. Нет, не вот эту хрень, вот эту хрень. Насаживаем эту хрень. Вот так вот, чтобы пупырки смотрели вниз. Теперь берем один на один хрень снизу, пластину. И один на один круглую хрень, но только темную. И тоже вниз. Твою мать. Дальше. Берем, значит... Что тут? Берем, значит, вот такую хрень. Ставим ее сюда. Вот сюда. Вот. Дальше. Берем 1х2 пластину. Сюда вот. Так вот. Теперь берем 1х2 пластину светлую плоскую. Тоже вниз. Берем 1х2 пластину темную наверх и сюда 1х1 пупырку. Вот так вот. Дальше. Берем вот такую хрень наверх. Вот так. Берем еще одну хрень. Вот такую. Она вроде не оригинальная. Ну, извините, что не оригинальная, но, в общем, найдите ей аналог. Берем 1х2 пластину, прикрепляем снизу. И берем 1х1 скатную вниз. Потом все это присобачиваем наверх. Получается приклад. Так. Берем 1х1 пупырышку еще одну, вниз как курок, и 1х1 пластину как цевьё. И сверху вот такой вот прицел. Целик. И получается, можно даже прицеливаться через него. В общем, всем пока. Спасибо за ваши лайки, которых я, наверное, не увижу больше 3. И всем до следующего видео. Всем пока.